арбитрами. Ну вот это большинство не получается, к сожалению, у словаков, то только сейчас. Вошли в зону, это передача была, а не бросок. Все, убежал глава и пустые ворота словацкой сборной. Вшестером словаки наседают. Бросок и гол! Апанина меняется потихонечку. Пятерка у сборной Швейцарии. Финны, я думаю, тоже успели поменять свою четверку игроков. Новая атака, швейцарцы начинают. Поперечный пас, хороший вход в зону. Тоже явно наигранная штука. И явно знали, что делали вот швейцарцы. Какой бросок! Атаки. Приходится от своих ворот финнам сейчас начинать новую атаку. Ламберт отдает шайбу Ниемеле. Второе большинство финны получают в этом матче. Уже 18-6 преимущество сборной Финляндии по броскам. И вот сейчас хороший проход. В этой передаче, хотя если она проходит, это всегда опасно. Хорошая возможность для броска сходу. Хирванен свой очередной бросок нанес в этом матче. У него во втором периоде 5 попаданий в створ. Лундел. Хирванен в центр делает передачу. Но здесь все здорово.